Мобильный телефон, кошелек и 51 рубль пропали из кармана куртки молодой женщины, пока та с ребенком была у врача. Я оставила пальто рядом с кабинетом, где человек и я оставила. Закрыла кошелек, закрыла, получается, замок. И я вышла, уже было 30 кошелька нет. В поликлинику они пришли около 12. Малыш плохо себя чувствовал, плакал, мама переживала. Спеша попасть на прием к доктору, пальто женщина оставила в коридоре на вешалке, а кошельке в правом кармане совсем забыла. У меня была мысль забрать кошелек, но ребенок так быстро, меня позвали, я быстро за ребенком побежала. Выйдя из кабинета, гражданка обнаружила пропажу и обратилась в милицию. Одновременно вспомнила, в фойе поликлиники видела незнакомого мужчину. Как выяснится позже, именно он и оказался вором. Был мужчина, подозрительный ходил. Я повесила куртку. Нет, у меня в руках был кошелек. Он видел, что у меня в руках кошелек. Он нервничал, выходил, что-то нервничал, выходил, курил, там радость заходил. Пока потерпевшая вместе с ребенком находились в кабинете у врача, мужчина воспользовался этим случаем. Из кармана куртки он похитил мобильный телефон и кошелек. Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался гражданин, ранее неоднократно судимый. По факту кражи ведется разбирательство, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Телефон и кошелек возвращены законной владелице. Поздно ночью в Парканах по улице Суворова произошла авария. 25-летний водитель не справился с управлением автомобиля. Машину сначала занесло на бордюр, затем в забор одного из домов. От удара автомобиль перевернуло. Причина ДТП – алкогольное опьянение водителя. 9 декабря, примерно в 24 часа ночи, водитель 95-го года рождения, управляя автомобилем Nissan по улице Суворова, села Парканы, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие в виде каменного забора, в результате чего автомобиль перевернулся. Водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести, но от госпитализации отказались. Как пояснил сотрудникам милиции молодой человек, сначала выпивали, не хватило спиртного, решили поехать за очередной порцией. И чудом остались живы. В заборе глубокая трещина, машина восстановлению не подлежит. Передняя часть автомобиля напрочь снесена. По счастливой случайности ни у водителя, ни у женщины-пассажира серьезных травм нет. Испуг, синяки, сильные ушибы. Госпитализация участникам аварии не понадобилась. По данному факту в ГАИ проводится проверка. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии, согласно закону, молодому человеку грозит лишение водительских прав. Сотрудники уголовного розыска раскрыли по горячим следам дерзкий грабеж. В дежурную часть УВД Бендеры обратился 24-летний житель города. Мужчина сообщил, по дороге домой его ограбила группа подростков. Похитили мобильный телефон. Я ждал троллейбус на остановке по улице Суворова, и в этот момент подошли ко мне какие-то ребята, подростки, о чем-то громко беседуют. Я в этот момент сделал им замечание, и у меня выпал телефон из кармана. Вижу, что один из ребят его схватил, и давай бежать, а остальные за ним. Очень быстро, я даже ничего не понял. Мой телефон у того дяди упал на землю. Артем подбежал, оттолкнул ногой, взял этот телефон, и получается, он передал... И мы убежали. К радости юных грабителей в чехле телефона они обнаружили 20 долларов. Недолго думая, подростки поменяли их на рубли и потратили. Как утверждают, на сладости. Но в кармане куртки по соседству с похищенным телефоном нашли сигареты. Кто деньги менял? Мы меняли все. Кто все? Я там. Все, кто там был. А у кого деньги остались? В течение часа подростков задержали в микрорайоне Ленинский. Похищенный телефон обнаружили в кармане куртки одного из правонарушителей. В настоящий момент в дерзком преступлении разбирается следствие. Телефон возвращен владельцу. Лена Степановна, участковый пришел. Он знает не только всех осужденных, состоящих на всевозможных учетах, владельцев оружия, нарушителей покоя, но и все обо всех гражданах веренного ему участка. Дмитрий Дуров, старший участковый инспектор села Кицканы. Как дела у вас? Нормально. Нормально. Олег Олегович, да. Паспорт восстанавливаете? Фотографию вклеите? Да. Начинал я с того, что поступил в Тираспольский юридический институт. Проучился там 5 лет. Стал работать в УВД города Бендеры. Сначала в должности оперуполномоченного. Решил перейти в службу участкового, попробовать себя данной службе. Я почувствовал, что это мое. Нравится помогать гражданам,
разбираться по им обращениям. За 7 лет службы майором милиции Дуровым раскрыты десятки преступлений. Главное в работе – быть справедливым, гуманным и отзывчивым, говорит Дмитрий. Вспоминает одно из первых преступлений – грабеж, который удалось раскрыть по горячим следам. Владельцы оставили свой автомобиль возле своего дома на дороге, на улице. Когда вышли, обнаружили, что барсетки нет. Дмитрий сразу включился в работу. Ему пришлось проверить несколько магазинов. Женщина, которая торговала, сказала, что да, приходила девушка неблагополучная, неопрятно одета, рассчитывалась денежными средствами в виде долларов, купюрами по 100. По описанию сразу предположил, кто это. Оказалось, это не единственное преступление злоумышленницы. В тот же день она созналась еще в одном. Школьница возвращалась домой со школы через парк. К ней подошла девушка под предлогом спросить, сколько времени. Вырвала у нее из рук телефон и скрылась в неизвестном направлении. Официально участковые милиционеры появились 95 лет назад, хотя их предшественники, надзиратели, служили еще в царской России. Неизменной осталась задача участкового, как и в начале 20 века, борьба с беззаконием, преступностью и равнодушием. В профессиональный праздник ведомственные награды и очередные специальные звания самым верным и преданным профессии. Мне очень приятно, что руководством была оценена очень высоко моя служебная деятельность. Я был награжден знаком «Отличник милиции». И очень этим горжусь. Ненормированный график службы ведь могут поднять в любое время суток. Не самое теплое отношение граждан к участковым. Приходится общаться с разными людьми, решать семейные проблемы и не только. Ведь именно от того, насколько хорошо инспектор знает веренный ему участок, зависит и покой местных жителей. Универсальные солдаты. Так называют участковых. И они это оправдывают. Не перебегать проезжую часть дороги в неустановленных местах. То есть переходить надо там, где есть зеброполосочки. Видели такие нас? Да. Либо стоят светофоры, либо стоят знаки. В преддверии новогодних каникул госавтоинспекторы встретились со школьниками. В этот раз лекция о безопасности прошла в городской гимназии номер 2. Основная цель данных занятий, скажем так, с детками – это недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Деткам напоминают правила дорожного движения, раздают агитационную литературу, где кратко написано, как правильно себя вести на улицах города. Как правильно и безопасно переходить дорогу в снег и гололед? Что делать, если горит желтый сигнал светофора? И зачем нужны светоотражающие полоски на одежде? Виталий Субботин ответил на все вопросы в подробностях. Впрочем, гимназисты с правилами дорожного движения хорошо знакомы, но побеседовать с сотрудником ГАИ хотелось многим. В зимние каникулы надо ходить только на игровые площадки, не играть возле дороги, то можно подскользнуться и попасть на где ездят машины. Надо играть, где вообще нет машин и дороги. Там безопасней. Если не видеть светофора и вообще на него не смотреть, и когда хочешь переходить дорогу, тогда тебя можешь просто сбить машину. В Бендерах дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 2018 году зафиксировано не было. Среди взрослых травмы получили 21 человек. В том, что правила дорожного движения важны и соблюдать их необходимо всем, ребята не сомневаются. Если что-нибудь произойдет, то человек может оказаться в неприятной ситуации. Чтобы такого не случилось, нужно соблюдать такие правила дорожной безопасности. В завершении встречи Виталий Субботин подарил ребятам памятки с правилами дорожного движения, пожелав веселых, а главное, безопасных зимних каникул. В ближайшие 2 недели встречи с сотрудниками госавтоинспекции пройдут во всех школах города. Эта дорога освещена фонарями. Вы видите на ней пешехода? Прогулка без отражателя делает вас почти невидимым для водителей. Быть видимым – значит быть в безопасности.